Совсем скоро на телеканале РЕН-ТВ состоится премьера сериала «Операция Неман». Это военная драма от режиссера Сергея Виноградова. Снята по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины». По сюжету оперативно-розыскная группа управления контрразведки фронта под руководством капитана Алехина разыскивает диверсионную группу под кодовым названием «Неман». Группу диверсантов возглавляет хорошо знакомый Алехину немецкий агент Мищенко, задачу которого входит сбор разведданных, необходимых немецкому командованию для определения направления главного удара советской армии. Алехин и его группа в ходе широкого поиска отрабатывают одну версию за другой, но каждый раз Мищенко удается уйти. Главные роли в картине исполнили Александр Яценко, Алексей Кравченко, Алексей Макаров, Сергей Маковецкий, Андрей Смоляков и другие. Премьера сериала «Операция Неман» состоится уже в начале мая 2023-го. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.